Жорже де Моста. Одна дочь орденского командира. Разобрались бы сначала, уроды! Да Артём, слава богу, это не надо. Орден, ганзовцы, козлы. Ах, ну и видок у тебя. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? В смысле у вас тут в Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы, деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался, и ни слуху, ни духу. А тут нас эти вот схватили. Там что, есть жизнь? А чего ей не быть? Не везде, конечно. Мест гиблых много, и нечисти развелось. Но живем помаленьку. Артём, ты был прав. Там правда люди живут. Мы не знали. Думали, мы одни спаслись. Господи, приехали. Мы теперь всему метро расскажем. Папкой, пацан, на выход. Эй, я не поняла, вы же нас черти куда завезли? Ничего, разберутся. Противогазы хоть верните. А противогазы не понадобятся. Дурак, а мог бы жить да жить. Поехали. Ah!
Видать, стражи прорвались. Хана работничкам. Держи выход на мушке. Если что полезет, пали. Эй, что это за шум? Внимание! Включение поворотного круга! Если не заткнешься, отправишься в котлован. Смотри, если выйдешь, значит одумался. И что больше никаких. А хуже будет. Понял? Не люди. Как же так? Что же поделать? Тварь не босс, страж! Человек? Как вы? О, господи! Так это она про вас кричала! Живой! Вы за ней? Так. Я помогу. Хоть какой-то толк с меня. Так, девушку отвели на допрос к начальнику базы. К парадному входу провести не смогу. Охраны куча, но в обход может и получится. Идемте, только не спешите. Заметят и конец нам обоим. Стоп! Вам на свет лучше не показываться. Давайте-ка вот как сделаем. Вы отключите щиток освещения, а я пока этих отвлеку. Отключайте свет. Спешите. Пригнитесь и не шумите. Видите лестницу? Тихонько подберитесь к ней.
Держите стены! Ермак, ты что ли? Чё ты там бормочешь? Иди сюда, помоги починить! Так точно! Уже бегу! Давай, давай! Вам за мной нельзя! Идите на лестницу! Ермак, что ты там копаешься? А я это... Шнурок развязался! Иду, иду уже! Все под контроль. Вот еще ты меня получи, куда на что. Иди лучше здесь проводку проверь. Давай, давай, шевелись, тараканья немочь. Стойте! Где надо, блин? Придется вам его вырубить, сумеете? Только не шумите. Он тебе какой завал еще разбирать? Вопрос, он тут что-то там гуманишь, а? Это я про себя себе вдыхался. Ничего, работай давай. Эй, Ермак, пора тебе на свалку. Старость не радость, да. Стойте, выключите лампу. Так, идемте.